Там взорвал. Баба, ты в магнит пойдешь? Дайте ему человеку. Не послушайте его разговор, пожалуйста. Я думал, так это замена подошла. Это конфела. Думал, кто-то на замене пришел, в рейд хочет. Нахуй, не. Это... Не, ну два взрыва, вспышки, мщения, блядь. Кто второй взорвал, блядь? Могу найти, нахуй. Термич пишет, что он. Там, видишь, если щиток висит, какой-то тваланир или счет какой параш, там может не писаться в полученном уроне автоатака. Илхан, что за хуйня? Вот объясни мне. Ты стоишь вот тут вот, нахуй. Я, блядь, это идеально видел, потому что ты стоял около меня, нахуй. Потому что я стоял правее. Вот тут вот, блядь, появляется, нахуй, дух. Какого хуя ты стоишь в АФК, нахуй? Вот тут вот ты, блядь. Он не в тебе появился даже, нахуй. Хотя он если в тебе даже появляется, ты должен сразу выходить, блядь. Расстояние от тебя до духа было метров 9, блядь. Тут примерно, да, 9 метров. Он к тебе бежал еще секунды 2. Кроме того, что он еще спавнится, еще секунды 2 ждет. Давай, блядь, как-то вы будете отходить, нахуй, думать. Вы заебали, нахуй. Мне уже устал, нахуй, от этой хуйни, блядь. Ну неужели вы такие тупые, нахуй? Посмотрите, блядь, в монитор, нахуй. Включите плотность частиц, если у вас духов не видно, блядь. Они фиолетовые, уебанцы, нахуй. Прозрачные такие. Уже просто реально жопа горит, нахуй. Да, дамаг, конечно, космический, но, блядь... Да это пизда, это не переживается, нахуй. Ну, вот, блядь, сколько мне, нахуй? 30 тысяч въебало. У меня осталось, сколько там, 300 хп, блядь. Второй раз 24, нахуй. Мне въебал зал, получается, и взрыв, нахуй. Первый раз пережил с 300 хп, нахуй. Второй раз сдох, блядь. А, еще вопрос к хилам. Что-то давно хотел спросить. А кто где стоит вообще? Что я плюс-минус на одной позиции держусь. Я возле креста смотрю. Я ага. Справа держу. Остальные? Не переживай, конфил. Мы тебя выпущим. Я обычно около звезды. Ага. Нормально тогда. Главное, чтобы еще у лестницы у этого были люди хилые. Сука, как ебаная метка? Луна. Юль, я в основном вот так вот просто бегаю туда-сюда рядом с да, звездой. И главное чуваву не урони, где? Главное чуваву не урони. Еще раз совершенно попал. Модель. Соберитесь, блядь. Ну что за ебаный цирк, нахуй? Сколько можно, блядь? Блядь, такое чувство, что этот босс, нахуй, ну это ебаный рандом. Если, блядь, духи пойдут на тех людей, которые могут отходить, нахуй. А не на долбоебов. Mm-hmm. Давай отчет, блядь. Заебало уже реально, нахуй. Необучаемые какие-то, хуй его знает. Уже мили, колобос. МК, одна секунда. Раздали контроллер. Алконфела не убейте. Ну циклон, ну 3% уже, блядь. Блядь. Ты что, кош не слил, я не понимаю. Или его вообще просто отказывались циклонить. Пиздец, нахуй. Серый БР. Я хуею, блядь. Ребафную дорогу. Ну, лов, стоишь максимально циклонишь. На первой фазе тебе тут хилить не надо, нахуй. Почти, блядь. Раздали контролы. Кунку циклон. Их хантов контролить. Лужа. По
куда-то далеко кинулась. Ложа в центре. Трэш на него выходит. МК, одна секунда. Раздали контролы быстрее. Законтролили ШП. Лужа. Далеко. По трэшу больше надо. И босса переводить. По боссу чуть-чуть стопнули. Стопнули по боссу. Да все с трэш сыграли по-быстрому. Трэш. 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 Дремись, лови босса. Духи пошли. Ой, блядь, около креста, нахуй. В квадрат бегут два штуки. Раздали контролы. Диспел. Да, есть баундер, меч. Дух бежит в крест, блядь, два штуки там около креста. Духи новые пошли. Блядь, не вижу. На пол фонаря. И в печеньке прямо около босса. Лужи вышли. Фонарь сокру. Ок, в кресте один. Полумесяц один. Другой в мелизону. Эма, налет дайте. В печеньке около между полумесяцем. А второй, не, второй в полумесяц бежит. Два в полумесяц. Духи новые. Около звезды. Законтрольте. Этот, Глю, дай сокру. Прохил. Так, духи новые. Блять, ну это кто там нахуй стоит? Квакозябр, блять. Полумесяц. Печеньку. Ну, блять, ну отходите вы, ну уёбки, блять! Вы заебали уже нахуй! Сука, животное, блять. Spirits. Spirits. Ментрош шестнулся, там помощник. Ты это вайп, ты чё? Не, ну я просто говорю, что трэш снился. Да не к тому, что мы из-за него говорим. Угу. Это как после ребра пришли сюда. Четыре помощника. Ты трэп, смотрите, кто взорвал. Там, ну если мне показалось, я вроде одного. А, трэш рисоваться начал, да. Вроде бы я. Нет, меня точно не ты убил? Вроде бы, да? Может быть, в каком-то фрейме стоял, да. Но я не уверен. Но вроде я взорвал. Да. Я его не видно, нихуя в этом ебаном миле. Я хочу на ШП зайти на этого босса, честно. Я да, там... Чувал, живи! У меня 10 FPS, ну, и духи летают. Я в ахуе, честно. Я так стараюсь. Ой, блядь, где нахуй этот второй милик, который взорвал? Не могу, блядь, найти. Ну, это, возможно, я был. Ну, посмотри. А первый какой был? Первый квакозябр, нахуй. И второго я, возможно, взорвал, я же про него говорю. Ай. Там кунку жестко взорвали. Пистер, нахуй, заебали, нахуй. А кто? Ну так кто? Давай сюда отойдем. Доброй охоты. Ну? Ты что-то не могу понять, нахуй, кто, блять. Ну посмотри у меня, в первую очередь. Взорвался, под... взорвался в печеньке, нахуй. Прямо, блядь, где босс, нахуй, стоял. Ну, нет, там босс уже перевели чуть-чуть. Вот где мы сейчас трэш бьем, примерно здесь взорвали. Ну, вроде меня взорвало. Я не знаю. Мили, нахуй, точно взорвался. Это Квак, он в мили побежал.
Да, нахуй. Заебали вы, блядь. Нулевые, сука, нахуй. Он дрон тебя за жопку цапнул. А, можно это же... Меня? Да, он прям за тобой появился, и ты как раз в босс начал ходить, а он за тобой. Ну там, бля, я не увидел вообще, пиздец, нахуй. Ну он там появился, я говорю, прям за жопу у тебя. Там, похуй. What the fuck, он друг в жопу ебали. 50 минутка. Даже ну покажет. Эти призраки ШП просто кринжовые пиздец. Да, у меня в скаде реально не показывают. Типа, ну... Сука, армия такая. А тебя не убило, блядь. Просто видишь, в чем прикол? Ты почему бы? Удар же не, удар это как у вас не показывает. Нет, нет. Скажи, меня... Ты прям передо мной, если что там было на стриме, прям поэтому и видно было. Да, ну я же говорю, вроде я, потому что я видел, что. А вроде в конце, я в конце такая, я в конце увидел, я сразу зато сознался, что это я на. Лишь от вас, блядь. Полно, блядь. А мне вообще похуй. Ну, у меня после патча нерфа ЦВК, у меня все призраки показывают, что это квадратик. Это охуенно. Ну, смотрите, а можно сделать так, чтобы духи показывались всегда квадратиками? Ну, что для этого нужно сделать, чтобы... Если кто-то путает их, то было бы проще, чтобы их... В Дискорде. По специальной модификации за такие... можно забанить, изменить духов. Да? Не забанят нихуя. Нет, у меня без этого патча типа все произошло. Это как понимать? Блять, ну поставьте. Тихо, ну поставьте себе этот патч. Кто в себе не уверен, кто путает духов шипешных, пусть у вас квадратики бегают. Если это облегчит нам задачу, ну типа невозможно так, что из-за половины рейда страдает другая половина. Это нечестно по отношению к некоторым. Ну, банят за патчи, если они дают преимущество по типу смены костера на другой объект, чтобы паркурить. А это же только... Ну, типа, как они это докажут, блядь, начнем с этого. Ты просто меняешь внешний вид модельки, да, и да, только. Да. Это и не текстуру вряд, же не меняешь саму, на которую можешь залезть, что-то сделать. Типа, если кто-то боится, как вариант спросить на вип-форуме, типа, сказать, не забанят ли, очень мешает, я бестолочь, путаю духов одних с другими. Ну, я не знаю, какой-то выход надо искать, но это невозможно. Не, ну на форуме можно тикет создать на смену цвета, потому что типа с лейдерскими сливаются. Ой, тикет, сейчас вот тебе этот тикет взяли и залили в течение 5 минут, не дурите! Ду этим духом, блядь, больше 12 лет, нахуй. Ну, цвет их менять, это же добоебизм. Это просто нужно у ШП духов вот этих вот убрать, чтобы они убрали. Да, да, просто надо анимацию сменить, она и уже видно будет. Слышишь, давай к стемпу напишем, пускай он вместо трех одного духа сделает, нахуй. Может тогда убивать будет. Большого такого на полтора. Ну типа, половине рейда мешают эти духи, половине нет. Ебать мы разные. Кто-то клоун, а кто-то нет. Но все-таки мы вместе, да? Ну, я считаю, что я сильный. Ой, блядь. 25 шизоидов тикет, нахуй чтобы... взять, блядь. Чтобы тикет, нахуй смотрели, тикет, блядь, чтобы... от фиолетового пугались. Все четыре духа. А я ни одного не поймал. Да? Один просто не летел. Летел, много летело. Я ржу не могу, блядь. Пошли на циркуль играть. Там, блядь, у леди хп 24 ляма, нахуй. Маны 14 лямов, ну. И разъебем просто так, блядь. Ой, блядь. А можно фласки на хп, пожалуйста? Можно Машку, Заляшку, фонарь. Телегу с разбегу. У нас есть козу Машка? На вазу. Собачку, срачку, кошку в бошку. Ну, кошка. Бери пристально, он будет для тебя кем захочешь. Кошку в бочку? В бошку. Я... Акума, я повторю, типа, я предлагала в личку на форуме, на вип-форуме написать, чтобы не позориться так. То люди от духов не могут убежать. Да, им, блядь, модельку надо переделать, нахуй, как, блядь, они сделали на опере, нахуй, с ветерами, блядь. Чтоб дауны, нахуй, видели, блядь, этих духов, нахуй. 5000 так же, как и ветер. Так, чё не позориться? Мундра, иди за доставкой.
Уже жопа горит нахуй от этой хуйни. Каждый, сука, пул нахуй одно и то же. Просто ебашите духов нахуй. Маш, покуришь? Я уже покурил. Калю, ты тут? Выпьешь, может? Не. Чуть-чуть. Давай, чё-то. Я предлагаю как-нибудь напиться вместе, в гости. Посадят нахуй за спаивание малолетних, блядь. Это не мои проблемы. Юлю посадят? Ну. Куда? В тюрьму. Волгорода. Вытрезвить. Я там КД уже. МК, одна секунда. Тихо. МК, раздали контролы. Блять, байда херя. Батя убежал, нахуй. Да, далеко сейчас. Лужа. Трэш вышел. Законтролили, блять, конца крыли, сука. Моп усилился, а уешит жестко. Прохил, прохил, прохил. Сорок сек, шип, плиз, диспал. Диспал. Еще один моп усилился. Нормально мы зальем. По трэшу активнее. Лужи вышли. Чё так, блядь, ну... Серый, дай БР. Раздали контролы. Быстрее война меня за контроль. Что там у леди по ХП я не вижу? Лям, 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 лям. Стоп, стопните, стопните, типа, стопните по леди, сыграйте по трэшу. Мирай, БР. В трэше. Ну, блядь, ну, всё, падайте, нахуй. О, сука, господи, блядь. Как бланк умер? Довольно. Пришла пора взять все в свои руки. Атака ближнего боя, блядь. Фанатик культа, атака ближнего боя. Ты чё, притвориться мертвым не можешь или что, не понимаю? Ты разъебал кулаки, 15 въебало, нахуй косариков. Трэш убил, я понял. Да, там мобы эти кастерские усилились, они уешить начали. Он еще лужу кидает такую прям конченую, что мы не можем нормально уешить. Но это рандом. Ханты, можете вон петов оставить около полумесяца, блядь, в шеренгу, нахуй. На них тоже лужи кидается. И так уж сильно стоят, Кирилл. Я понимаю, но там два в одном месте пета. Можно их разделить. А похуй, типа, больше им только первый такт наносит урон, 8 тысяч и все. Они не получают периодически. Ты не понял, блядь. Я для, не но для этого. Не вешался, не на нас. Я так хочу, чтобы вы оставили. Блядь, вы можете, пожалуйста, выслушать нахуй? Я человеку пытаюсь объяснить, он просто не понимает. Я петов хочу, чтобы вы оставили, для того, чтобы в них тоже лужи кидаются. Они считаются таргетами. А, да, без проблем. Ну только не в саму луну, пожалуйста, а вот подальше, типа по углам расхуярите, где никого вообще никогда не бывает. Там бафы можно с гелмета прожимать, там ренжи нет на них. Просто не ставьте их в одно место, чтобы их считало таргетами, и больше шанс было, чтобы на них кинал эти лужи. Да. Ну и, наверное, супер далеко поставили. Она может так далеко кидать лужу, интересно? Она может. Да, почему нет? Где игрок, там и будут бафы, почему? Может, АТМ а, еще? Ну, окей, врачи на баф был. Квакозябр, да, СС по кунке.
Еще раз включу на помак. Фонарь. Давай еще один. 5, 4, 3, 2, 1. Боже, мы шли. Как сбить? МК раздали контент. Да заебал он их. Диспан. Трэш вышел. МК 2 секунды. Лужа вышли. МК раздали контроль. МК сбить. Миликов не захуярьте, он дроид респинцикон. Магический моб сзади. Хантоси запомогите. Лужа под босса. ШП потрашу сейчас помогите. МК одна секунда. Раздали контролы. Контов контроль. Лужа вышли. Разбейте. Разбейте. Я вижу. Стопнули босс. Ну, блять, ну не сбили нахуй, да? Ну лук БР быстрее помираю. На фул на пул на дермича. Ну быстрее, БР. Ребафнули ДК, Геру дали фул ДПС. Духи пошли. Два в центре появились. Один. В разные стороны пошли. Эммануэль. А, ну уже поздно. Духи новые. Один в печеньку бежит к боссу. Контроллер раздали. Другой в крест мили. Дай сокру. Фонарь. В печеньку в танка бежит вроде. Второй в сторону полумесяца. Два в полумесяц. Блядь. Заебись, контролите, калюта. Вой, дай бербы мне. Дермич из маунт. Аккуратно, блядь. Кто там стоит, кастит? Калют. Ребаб дали по... Около полумесяца один. В полумесяц бежит. Второй около звезды. Духи новые. В звезде прямо появился. Бежит в сторону квадрата. Раздали контролы быстрее. Духи новые. Вообще не вижу, где они нахуй. А, в звезде один. Глю, дай сокру. В печеньку, блять, под босса бежит. Лужи вышли. Мана лед дай. Под боссом появился опять. И бежит в босса. Скорее всего, сальву, либо интервейт. Серый, будет возможность даже БРП. Не надо, не надо давать пизну. Дух полумесяца. Второй. На пул дермича. Прохил. Раздали контроль. Контрольте, ребят. Лужа вышли. Духи новые. Аккуратно в звезду бежит один. Второй полумесяц. Духи новые. Один в центре, другой у его знает. Мили, мили. В миле бежит под танка. Аккуратно. Один в полумесяц. Так, духи новые. Около креста один. И второй около квадрата. В сторону звезды бежит. Фонарь есть сокра? Дай. Нету. Дермич из маунт. Под босса бежит. Контролы раздайте, раздайте контролы.
spirits. Ну я сделаю. Два пока мобов. Spirits. Вы осознали бессмысленность своих действий? Залупа ебана. Да все равно хуёво идем. Я не знаю, вы не контролите, блять. Вам похую, блять. Ну пиздец нахуй. США. А если ну нужен боб бабл, нет, КДЖ кидать. Ну блять. Блять, как бы смотри, у него есть, блять, джага, например, да? Условно ей не нужен, блять, чтоб пуха была. Джага плюс стан, нахуй. Он тебе может ебало сломать. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. А можно джагу, кстати, это нейтрализовать? Просто печать убрать перед МК. Но это потерь ДПСа, если не возьмет. Да проще пабл, наверное. Слить. Хотя с печатью тоже вроде прикольная хрень. Ну, бабл, я не знаю, вот сейчас Реслину в МК взяло, я в чате написал то, что я прикрыл Реслина. Он у меня бежал, мне хребет ломать. Ебал, а у если в него? Хорошо очень его если. Да он бопом сбрасывает мой эфир, то баблом сбросит. Лучше живой Реслин, чем мертвый, мне кажется. Ну я дух взорвался, когда мы уже все падали, я бежал в ужу. Я предупреждал, что я всех буду минусовать, даже если вы после вас. Ну, типа, а что я могу сделать? Он появился, блять, я в уже стою, у меня взрывается. Че, мне из ужи убегать, чтобы, блядь, не взорваться? Я сейчас еще кого-то найду в дух, то тогда въебу. Если только один, то ладно. Пиздец, это мне три коста въебал. Цепная, это, блядь, ГКД, цепная молния выбросла огненный шток. Я хуею, блядь. Кстати, а на второй фазе как там с трэшем? Почему трэш бегает по центру? По центру бегает, потому что не залили один пак, я бегу уже вторую встречу. Ну да. Взорвал в центр слева. Не знаю. Возможно, опять я. Сука. Масло пересмотрите. Кстати, да, не, не ты. Да и фласки тоже. А рыбу хавать. Тебе дать фонарь. А я фласку не забрал тогда, у меня инвентарь полный был. Я тебе чай поэтому отдал. Я чай взяла и хуй забила на тебя, а? Ебать. О, 4 фласки, спасибо. Не. Компенсация. ДПС еще, конечно, меньше намного, чем вчера. Да там с трэшем рандом, типа, если призраки спавнятся, или лужа накидает, или в МК, туда трэш появился. Нету, нету лицей. А завтра ДПС еще меньше будет. Почему? Не надо. Не надо, пожалуйста. No hunt. Давай еще один. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Мы уже вышли. МК на секунду. МК раздали контроль. Может, хантам не стоит эту трапу кидать ледяную? Не стол. Каст. Луж. Трэш. МК 3 секунды. МК раздали контрол. Массакру сдал. Калюта максимальный контрол, чтобы гера не дал. Держите в спокойном.
Бить могущественного быстрее. Края вон лучше. Серый ДБР, не разлей, пожалуйста. Господи. Перебафните, перестань. Трэш вышел. Лужа вышла. Могущество надо убить. МК, одна секунда. ШП, помогите по трэшу. Раздали контролы. Война секунда. Быстрее трэш, надо по боссу уже играть. Серега сдох. Падайте. Пиздец. Не, ну если танки еще умирают, то вообще пиздец, я хуй его знает. Падаем. Кашин падаем. У нас с магическими мобами проблема. Ужасная проблема. Да там крип проблема. Я что с ними делать, я в АТК тоже не могу их бить. Все они щиты тут накидывают и все. Там не в щите дело, типа. А там, там моб стоит, прям в середине него лужа леди ставит и все. Нельзя его убить. Как Юля умерла? А ты? Все пожирающие, чума беспощадность. Не, он на самом деле его кто-то контролил. Потом контроль слетел, он успел накидать мне дот, полон рот. А там, там, блядь, там чума нахуй, я так понимаю. Когда она ж как-то настакивается, блядь. Ну, 104 она работает. 104 не отвечает. Ну, вот, блядь, меня нахуй вчера там Швепс нахуй разрядил 4 раза нахуй за секунду, блядь. А она просто там увеличивает скорость протекивания, короче. Там за вот это дотками стану условных 15 секунд, она за 5 тикает. Ну? Понял? Ну? Рыбу хавать. Поэтому там, да, там пиздец. Эй, пизду, я не знаю, я уже в отчаянии. Пизду, вы не учитесь нахуй, духов бахаете, как и бахали нахуй, это пиздец вообще. Заебало уж. Инвалидство, блядь, это. Постоянно, блядь, спав менять нахуй, заебало это уже. Нарчи на бах. А конфил, давай отчет. 1 секунда. МК раздали контроль. Умирает главный контроль, тебе не выпускайте вообще его с контролем. Бегай, блядь. Лужа выше. МК 3 секунды. Трэш с меня. Раздали контрол. Уже вышли.
Ну-ка, 2 секунды. Раздали контрол. Ну, конфетку не убить. Каз бить. Трэш добили. Стоп, мне трох вопрос. Что там под трэш? Столько. Все, пол на полу перемещаю, переводим. Вера, давайте. Двух полумесяца прям появился. Два штуки. Spirits. Духи новые. В квадрате. Законтрольте. Spirits. Духи новые. Звезде один. Второй один. Хуй его знает. Взорвали. Мили. Да, есть баундер, Мич. Духи новые в полумесяце около танка. Один сейчас бах. Еще. В мили идет. Ой, ДБР по вандере. Эма на лед дай. Полумесяц и в печеньке. В мили идет. Под босс. Или бахните вандере. Спирит. Раздали контролы быстрее. Фонарь из скру. В звезду бежит. Нормально. Духи новые. У его знает, где они не вижу. На лестнице. Дерьмича на пол. Духи новые. Один в печеньке, другой. Лестница. В звезду бежит. Другой на лестнице. Крест бежит. Spirits. Духи новые. Не вижу опять. В кресте, в миле. Spirits. Духи новые. Опять где-то там, нахуй. В квадрате, блядь, на лестнице. Раздайте контролы. Один в кресте. Духи новые. В полумесяце один. В ханта бежит вроде. Ну, блядь. Кисяка взорвал. Ай, пиздец, нахуй. Spirits. Так, бейритер, друг. Да, и... На пол фонарь. Блин, дай себе круг, дай себе круг. Я вижу. Кирю, есть брось? Два в полумесяце. Два в полумесяце. В танке бежит вроде. Один. Spirits. Духи новые, в кресте появился. Бежит в миле. Раздали контролы. Духи новые. Вот звезды. Две звезды. Ой, блин. Полумесяца один. Второй в звезде. Мили бежит один. Нахуй. В печеньке один. Звезда. Два штуки. Лужи понравится, аккурат. Раздали контрол. Духи новые. Еще не вижу. Печеньки один. Два в печеньке. Один в звезду бежит, другой в сторону креста. Один в полумесяце, другой... Хуй его знает где. А, в печеньке сторону мили бежит, а не в полумесяце. Спиритс. Один в полумесяц, два в полумесяц. Массакру дать? Один в сторону креста, давай. ПДП сумешка, у нас уже появились люди, которые взорвали, блядь. Два квадрата. Два квадрата. Мы раздали контрол. Печеньки один. Второй в крест бежит. Спиритс. Лужа под боссом. Один в квадрате, другой, ну, в миле бежит. Один в кресте. В кресте один, тоже в миле бежит. Spirits. Духи новые. Еще один в кресте. Полумесяца в крест бежит, и второй в кресте. Тоже в миле бежит.
spirits. Дермич из банат. Под боссом прям появился, в полном месте бежит в меня вроде. Да. Духи новые. Еще опять кости. Духи новые. Один звезде, другой... Кирилл, есть бросить? Нет, сами нужны. Прямо под боссом появился один. Побежал в сторону мили. Spirits. Фонарь далеко. Духи в кресте и под боссом. Один в крест побежал, другой его знает. Кто-то взорвал только что. И убил хилов нахуй. Spirits. Да раз падайте. Вы заебали, я не знаю нахуй. Это просто пиздец нахуй. Spirits. Господи, блядь. Ладно, если учесть, вот там взорвали сколько-то духов, у нас еще тут одна проблемка нарисовалась. Короче, видимо, далековато кто стоит, по ним нет контроля. Допустим, на Аделе сейчас кидается МК, мы стоим на лестнице. Я даю ему фир кончается, он меня дотает, я дохну просто от залпа, от ближайшего. Ну, типа, он, ну, ему, точнее, его некому контролить. Вот. Встаньте где-то, я в полумесяце контролю 1-2 таргета. Всегда около меня, которые... Ну, типа, мы с Аделем вдвоем обычно тусим, у меня оттуда очень хорошо все видно, поэтому какого-то бы контроллера еще пусть с нами тусит на лестнице. В кресте там шпшки друг друга должны фирять. О, я фиряю, у меня не хватило фира, я бы фирнула. Вот. Фир кончился, он меня успел задотить. Он тебя сегодня уже второй раз разъебывает. Он заебал петушара вонючий. Это походу за то, что ты его в рабство взяла. Он тебе мстит. Что-то я не могу понять, нахуй. Кто там еще взорвал, кроме хищаки, блядь? Кто-то ебнул, убил хилов, нахуй. Что-то я не могу найти, нахуй. Меня хочешь разъебал? Меня не дух убил. Ладно, понял. Значит, все-таки не даем крашель. Я аж промолчу, что я фул жабу пробегал в центре комнаты, никто не здесь полет. Ну, только друид, наверное, может, типа, в данном случае. Калют. Маги, присты, друиды. Нет, маги они не могут. Диспелят хиксы. Могут, это проклятие. Нет, нет, я про пристов, присты говорю, не диспелят. Присты, да. Магию. Где могут проклятия? Шрамы. А, да, Элим не может. Когда Аршам, блядь, в фиксе, он сам себя не сможет снять. Ой, блядь, да соберитесь вы нахуй, ну ёбаный в рот. Ну, блядь, хоть один пол вы духов не словите, нахуй, он будет победным, я надеюсь, если вы еще контролить будете. Это пиздец какой-то, нахуй, уже, сука, я плакать хочу, нахуй. Ну, в защиту, типа, всех, нормальный трай был, на самом деле. Если бы не взрывали духов, несли бы больше. Если бы не слакали, нанесли бы больше, да? Не, ну, очевидно, но тем не менее. Ну, я к тому, что шансы есть. Я хочу... Давай еще это, Нель. Напиться. Ты еще маленький. А если не батя? А если не батя напоил алкоголь, что делать тогда? Вешаться. Ты Дарнован тоже ебучий заебал. Он сам безобидный моб. Но он урон на себя забирает, а уешит. Не убейте Глю. Он прямо под босс побежал.
МК, одна секунда. Боже, МК, раздали контрол. Пунк просил сейчас, бля. Ну, фонарь, мужик, а ты ему сказал. Да, ресин где-то в лосе. Нет. Вышел он за столбики, но вчера он занял просто. Это когда он щиток бафает, у него иммун к магии, рефлекс. У него в целом иммун магии, когда он улучшается. Конечно, вышел. Ой, фу, к салу. Боже, вышел. Ридига минус, красава нахуй. Стать есть? Ты там рядом кастуют моб, я стану сдохну сейчас, он умрет. Дальше мы иммерсируем сразу. Раздали контрол. Дальше. Я мили. Курку не убить. Что это делает постоянно? Стопните в босса, стопните в босса. Репафните шамана. Быстрее репафнули шамана, пока есть время. Добили ебаный трэш. У нас там целый фанатик. Все, босса переводим. Переводим босса быстрее. Босса цель. Геру, давайте побегаем. Фонарь дай скру. Когда? Духи 2 около полумесяца, звезды 1, звезду побежал, другой полумесяц за мной урод. Да. Духи 1 между, в центр побежал. Второй тоже в центр бежит со стороны квадрата. Духи новые. Дармичес баунд. Один в крест бежит, и второй в крест бежит. На другой в полумесяц. Духи новые, в полумесяце, аккуратно, блядь. Духи новые, в кресте, и около креста в полумесяц бежит. Второй не вижу, блядь. Тоже в кресте. МК, раздали контроль, быстрее законтрольте, блядь. Ну законтрольте, ну ёбаный в рот, нахуй. Ой, дашь БР похищать. Контрол обновите, блядь. Глю, дай сокру. Дух в кресте один. Холишит мне не в тебя. Дэвид. Хисяки на отмороси. Духи новые. Тама на лед дай. В квадрат бежит за Делем один, второй около креста. Духи новые. В кресте один. Бежит в сторону креста к миликам. Давайте по нему БР, он здесь. Хисяка, ты тут? Массакра откатилась. Это пиздец, нахуй. Второй пулк уже... В крест бежит аккуратно один. Дай сокру. Духи, два в звезде. Один под босса бежит. Один под босса бежит. Spirits. Духа, прямо под боссом. Два штуки. Один в полумесяц. Нормально, или нет? Поскорее всего, духи, надо осадить. Духи, блядь, в квадрате где-то там тусуются, но... Один в крест, другой в звезду побежал к мини. На пол фонаря. Духи около звезды и около креста. Один в полумесяц побежал, другой под босса. Контрольте, ребят. Реслина, контролить. Давай, блядь, Глю, Реслина. Реслина, пиздец, дайте диспел, я встань и стою. Глю, резь, Инерму залезь. Рид, поставь ТТМ, если есть. Духи пошли, этот, фонарь, дермить через баунд. Калют, если есть, сам встань. Нонлув БР по Ридиге. Боже, вышел. Духи новые. Блять, не вижу, где нахуй. Один в полумесяце, другой, хуй его знает, в квадрате. Мили идет. Раздали контролы, контролы раздали, быстрее. Ну, блядь, сейчас поубиваю семечку еще, да ёбаный в рот, нажмите кнопки, нахуй. На пул дермича. Прохил. Гимн, блядь, на ману надо Юля дать, не знаю. Я слила в контроле, сорян. Вот босс, у меня аккурат. Есть, Кристина говорит. Давай. Дух в квадрате бежит. Второй около креста, в мелизону бежит. Spirits.
полумесяца один, второй бежит в мелизону под боссом. На пол фонаря. Контрол. На шипы контроль. Дух один в кресте и бежит там около креста, как изябр вроде все. Там шипы сейчас чувак убьет, нахуй, всех сейчас убьет. Я же сказала. Полумесяца один. Все это пизда нахуй. Ну я не знаю, блять, ну у нас каждый пул умирает, в принципе, блять, вот второй пул подряд, нахуй, сначала дух взорвал, нахуй, теперь не знаю, просто пока нахуй. Ваку, блять, а чего ты постоянно дохнешь, хуй тебя знает тоже, нахуй. Мне стрела прилетела, и сразу же после стрелы лужа под меня бросилась, вот и все. Блять, смертный шепот, разложение, нахуй. Сразу лужа, блять, три тика лужи, блять, это сразу ты говоришь? Один тик. Может ты за весь бой смотришь? Тебе линкануть? Вот смотри. Там показывает два тика, вон последний от лужи. Давай, ЕП. У тебя есть скачок. Я долбаю. Короче, вот опять Адель, просто чудовище. Он Чиваву до того задотал танки, сколько у него там ХП. Короче, просто потому что не законтролили. Ты тут смотри, ну это все понятно, почему, но... Это невозможно дать всем контроль идеально, потому что... Ну нет, типа не только же с друидов спрос, хоть какой-то типа шипешки, масфир, не знаю, все что угодно, хиксы, шаманы, друид, я что там еще? Я курить не могу, идите тоже покурить. А Юля, а что ты не фераешь? Ферах, он все равно... Нет, я-то вот как раз и феряю. Юль, я вот тоже. Ну у меня что, фигня может тупо не пройти, да, я сверху стал, раз, но раз, вы чаще меня промахиваете. Не-не-не, понятно. Просто, типа, если видите, контрольте, если вы видите, допустим, какой-нибудь ШП взял, ладно, хилов, пусть они там болтаются, сливают свои КДшки. А ШП это страшно, я просто видела, как он сейчас Чуваву убивал. Я-то ладно, он мне тычку дал, я сразу отъехала. Ну, Чуваву я дал крылья там, по-моему, и начал... А какие там крылья? Там фулл апдот. Да там просто мобы еще Mortal вешают на 20 тысяч. Там некротик, а не Мортал, мне кажется. Ну, абсорб, да, 20 тысяч поглощения хила да. Там они вешают. Ну да, Чуваву да, я один раз отдавал крылья. Ты крылья ему дал, и они его не выхилили вообще, потому что на нем эти абсорбы. Кстати, у меня вот вопрос. Они после смерти, они не сломались. Милфхант, ты тут? У меня к тебе лично вопросик такой нарисовался. А почему ты на этом трае почти срывал агро? 125%. Даже скрин есть. What the fuck, на ханте, what the fuck. Я отойду тогда, пока время тоже есть. Вон там сразу вот Эдик Хисяка сразу притвориться мертвым на весь бой нажал. Жми чаще притвориться мертвым. Бланк и то там несколько строками ниже, но он сбрасывает. Хочу быша закрутить в рейд по дымка. Хочу... О, там, смотрите, у Барбароса дела наладились. Да-да, Барбарос, сейчас Кирюха придет и, скорее всего, тебя засунет в рейд. What the fuck? ФК? Сейчас он будет глухо взрывать. Я не понимаю все равно, как можно дух взрывать? Блин, вот... Лечу сколько? Ну, 3-3-5. 9-й год, да? 22-й год на дворе. Сколько лет, и ну вот ничего не придумали, типа, для даунов. Никакого ни аддона на духов, ничего за столько лет. Так, а мы что, дауны, что ли? А тогда еще этого не придумали. Не знаю, кстати, в обычке аддон работает, он орет, когда в тебя дух летит. Здесь он нихуя не орет. Ладно. А он, кстати, за все разы только один раз ДБМ сказал, что дух на тебе... И сейчас все. Вообще молчит, как... Сейчас он что-то вообще, да. Может быть, тогда какой-то другой ДБМ скачать. У меня, в принципе, есть знакомый, который пишет ДБМ. И вот сколько раз про него рассказывала, вот этот ДБМ, который вы все пользуетесь, адмираловский, который стоит, он на базе вот этого как раз челика, нашего знакомого, который у нас в гильдии играл. Ну, то есть адмирал у него забрал эту базу и уже потом дорабатывал. Типа он шарит. Ну, я, скажи, конечно, попрошу... Да, нет, я попрошу его что-то придумать, да, если он пойдет навстречу, на X5, по-моему, сейчас сыграет.
Таргет духа, там, я не знаю. Барбарос, нет, таргет у духа. Знаешь, что? Дух, рейндж духа, там, не знаю, 15 метров. Знаешь, Юль, как ему объясни? Надо, чтобы те, на кого летят духи, на них ставились метки. Вот и все. Это легко сделать. Ну, я попрошу, я после РТ напишу ему. Если вообще это возможно, если там... Это возможно. Это, дух же просто не по таргету выбирается никак. Ладно, решим что-нибудь. Сейчас я тоже 30 минут. Ну, типа, его нельзя про кликачем. Алконфилл, у меня к тебе вопрос есть. Алконфилл, ты тут вообще? Ты когда умер вообще на этом поле? Почему у тебя так мало боссов? Ты же, блядь, ну я не знаю, типа, ты сидишь, тупо туннелишь боссов. Почему у тебя только 4.2 по боссу? Это пиздец. Может, он трэш напулил? Нет. Никого он напуливает, он только танков напуливает. Может, в контроль часто брало. Вот 4 раза. 4 ляма, это очень мало, когда сидишь, туннелишь боссов. Точно. Шкаф тыкнить. Лаку пока назови. Блять, как все запилять дорого. Сука, я уже устал. Да, блять. Они цифры сделали такие. Ты, блять, сильно не заебывайся. Да не цифры, блять. Ну, вы ебашите духов, ребят, нахуй. Камон, ну, блять, проснитесь, нахуй. Вы хуярите духов, блять. Босс убиваемый. Другое дело, когда босс был бы неубиваемый. Вы каждый ебаный пул взрываете духа. И не отыгрываете за свой класс. Предатели присты. Ваку... Не сдиспелили за медло. Что? Тут ваку вынести до сих пор. Он... Барбарос не засумонится. Ну, вкажете, может. Я спекаюсь ваку... назад в Дестрика. Да, ваку, выйди по красности. Блядь.